Сообщение по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. По благословению митрополита Овруческого и Коростенского Виссариона, священнослужители, добровольцы епархии совершили очередную поездку с гуманитарной помощью в село Остров, которое больше всего пострадало от пожаров в лесах Житомирской области, и в село Левковичи. Поездка состоялась благодаря настоятелю Свято-Троицкого храма на Троищине в городе Киеве протоиерею Дмитрию Григораку, членам прихода Казанской иконы Божьей Матери города Малин Житомирской области и всем неравнодушным к чужой беде людей. По благословению митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия отец Дмитрий встретился с отцом Павлом Линником, который духовно окормляет жителей сел Остров, Большая и Нижняя Рудня, Левковичи, которые входят в число населенных пунктов, пострадавших во время большого пожара, случившегося 11 июня. Священник передал продукты питания и одежду для погорельцев. Помимо пострадавших от лесных пожаров, добровольцы смогли посетить многодетную семью села Левковичи, привезя одежду, продукты питания, питьевую воду и стройматериалы. Ранее по благословению митрополита Аврического и Коростенского Виссариона клирики и волонтеры епархии совершили ряд поездок в село Остров. К помощи также присоединились во Львовской, Винницкой и Киевской епархиях. А сестры Марфа Мариинской обители Милосердия передали помощь от блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия жителям села Личманы.